Стол, самое главное, стол. Стол. Пока все тут обилие. И туалетная бумага на краешке. А какое сегодня число? 14 мая 93 года. Первый пикник. Производственное совещание. Вдали от телефонов, чтобы Татьяна Юрьевна не вздрагивала. Она не подложить туда, а хватит там окей. Я тут такая шутка. Тут вон место тут, Татьяна Юрьевна. Да, нет, я имею в виду надо, я хочу. Так что кто-то может там гранатать. Да. Так, сразу да. Разбавить или каждый себе добавить? Да? Ну, что? Самое главное, чтобы, понимаешь, они схватились, потому что... Если бы они не схватились, мы бы сейчас в магазин туда. Дедушки бы разжигали, а сейчас они... Жар тут уже свой будет. Только докладывай. И мы поставили себе инструкцию. Так же, как вот начались трудности с магазином. Вот мы с этим контрактом бились. Но если бы не начались трудности, мы бы все равно бы с этим контрактом бились. Но тут мы просто уже... У нас больше элемент риска был. Мы уже решили все. Ва-банк. Идем, хотя и Ильяшки немножко там сомнений вызывал, но пошли. Пошли, поехали. Все свершилось. Вот. Тут Сингапур. Вроде все от нас зависит. Мы уже никакой фирме не привязывались. Все, поехали, поехали. Приехали в первую неделю, получили эти омеги в первую неделю, две или три штуки продали. Ну, мы всего три штуки продали, да, Марин? Или четыре? Не отвлекается. Три. В первой неделе, значит, мы две штуки уже продали. Ну, думаю, все в порядке. Все отлично идет, все нормально. Потом раз, нету. Все. Вот и как. Что ты, говорит, гладишь? Дай пожрать. Да еще. Да лошадь – это благороднейшее животное. Это вообще чудо. У нее такие мягкие губы. Марина Витальевна сзади, Марина Витальевна! Да хорош! Ой, здоровая какая! Вот. Ой, какие глаза добрые!
Ну нет, у меня больше пока. А, ну, тоже тебе. Ну, глазища такие умные. Я подошел и сел. Нормально. Ты что, ты только не бойся. Подложит попал. А первый раз я сел, я не спать, как они мне ретивую русь продавали. Им курик все тоже. Я ходил в зоопарк, я пацанов, они за мной кормили 50 коней. Я их так любил, все, здравствуйте. Это покупка. Слушай, а тут все наше. Ты это самый джентльмен, да? Ты же джентльмен, что ты? Да. Смотри, Виталий, он выпить хочет. На место. Ты смотри, ты смотри. Он прям ваш стакан. Куда? Вкусно, правда? Отвали, джентльмен! Это надо было, да. Леночка, повтори, пожалуйста. Лен, повтори. Все. Ой, мне надо присмотреть. Нет, больше не хочу. Пошел. Я так испугалась уже. Пошел. Сбежал быстрее лошади. Коленки так высоко поднимаются. Ну, что? Ну, сделай. Это самое людям добро, да? Людям. Жалко, что Марина Витальевна поздно камеру взяла. Ты потом посмотрел, ты попал. Хорошо, деревья есть. Леночка, слушай, там говорят, как мировые рекорды бить. Надо сзади лошадь пускать. Я говорю, она бежала быстрее лошади. Вот так вот. Жалко. И коленки прям чуть лететь на голову. И не надо учить, как ноги ставить, как руки, там, как дыхание.
ты так мчалась, лошадь обогнала. Она тебя... Слушай, она, бедняга, голодная, не могла тебя догнать. А ты сытый, голодка, да? Ой, знаете, как испугался? Я знаю, да. Я пойду тебе говорю, за дерево. Потому что поворот, маневр. И все. Она хотела, природа мать спасла. Да. Нет, она тебя догнала. Нет, я чувствую, что за дерево она уже не прыгает. Вот, здрасте, стало. Ну куда? Ну пошел. А что, не раздумали? Ну пошел. Я тебе. Прям нет, по городу. А может, машине привяжем, попустить и продадим. Будет как третий компьютер. Фыркает, бедняк. Семья спросит. Только в деревне прям живет. Да. Всю жизнь прожила. Семья спросит, с кем это Марина Витальевна время проводит? Вообще не знаю. На фирме Интесресен. А, понятно. Это не лошадь, они боятся. Официальных у него не... Они маленькие, к ним маленькие. Лен, теперь ты за ней беги. То лошадь будет там. Вот так вот. Лена, они тебя не признают. После этого к ним. Они твои рога не признают. Козье молоко пробовал, да. Оно же очень полезно. Оно очень жирное. Они хлеб не едят. Не хотят. Мы действительно, мы были ошарашены, и вот за камеру некому было схватиться, вот надо было все это заснять. Да, я сказала, но поздно. Поздно было, да. Мы все загипнотизированы все были вот этим. Лена Шпарит, это чемпион мира. Вот так. 50 лет без него. Смотри, не давай. Я так и думаю, я всегда в драках. Ничего, в Ливию повезет. Вот,